Итак, итак, всем привет, ребята, привет. Сегодня, как вы поняли из названия, будем исследовать UFC 3 и UFC 4 и искать, соответственно, различия основные, да, основополагающие, которые являются, так сказать, разницей между этими двумя эпохами игр. Смотри, значит, вот интерфейс UFC 3 мы посмотрели. UFC 4 сейчас, в данный момент, мы интерфейс открываем и смотрим, да. То есть сначала первый интерфейс, сейчас второй интерфейс. Также открываем, смотрите, чемпионат, японский ММА, валет удо. То есть в каждом отдельном, так сказать, ну, выбранном параметре, да, то есть есть еще один подпараметр. Также вот удары и стойки. Нажимаем клавишу, и также выскакивает еще подраздел целый. То есть, в принципе, интерфейс UFC 4 достаточно более удобен и более понятен, да, простому юзер-пользователю, да, юзеру, блядь, пользователя. Да, я тут маленечко запутался в своих словах. Вот, значит, идем дальше, смотрим. Вот внезапная смерть есть, да, очень интересные модификации, интересные, так сказать, выборы, да, есть из чего. Обычно, конечно, самые такие отвязные геймеры, как я, они, конечно, пользуются чаще всего ударами и стойки, либо какими-то там, ну, то, что происходит не в партере. Но поверьте, когда вы запустите UFC 4, вам партер тоже понравится, потому что он стал относительно понятен. И сейчас мы разберемся. Пожалуйста, вот UFC 3 слева, UFC 4 справа. Также открываем настройки перед поединком. Видите, выбор арены также есть и в левом, значит, в левой части экрана, также и в правой части экрана. Упростился и расширился, так сказать, по параметрам именно в настройках у UFC 4, то есть там можно выносливость менять, вот, также и сложность игры, арены, вот, пожалуйста, перед... Сейчас мы вообще включаем, на самом деле, UFC 3 и будем смотреть непосредственно бой Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором. Этот бой чисто пробный, чисто бонусный для ваших, собственно, глаз, чтобы вы немножечко расслабились и насладились игрой непосредственно этих двух, не побоюсь этого слова сказать, звезд. Вот, значит, идем, значит, по геймплею. Ну, комментировать на самом деле не играть. Ну, точнее, я уже поиграл, но в данный момент я чисто комментирую. Вот. Когда играл, это было непросто. Такое ощущение, что в UFC 3, даже в легком режиме, Хабиба, я не знаю, у него очень хорошая прокачка, и его, в принципе, как и в ударке, так и в партере достаточно сложно победить. То есть он, у него очень жесткие панчи, особенно ногами. Вот. Возможно, мы даже в этом убедимся. Сбегу, маленький спойлер, так сказать, кину. Вот. Ну, вот смотрите, физика, да, я сразу вам показываю физику UFC 3, то есть уклоны боковые там, да, то есть можно с уклончика там, с отскока сразу же контратаковать, там, отскочить и сразу же нанести, ну, разительный удар, там, например, да. Также можно и пропустить, в принципе, в легкую, что мы и видим, то есть вот хуки полетели слева-справа, слева-справа. Вот колено пропустили, вот, пожалуйста. И несмотря на все эти удары, Хабиб снова поднимается. То есть я наношу снова удар и снова, но вот пока у меня выносливость на легком подчеркиваю, уровне, она снижается, вот как. Но я вам сейчас показываю именно зрелищность. То есть не экономлю на уклонах, постоянно трачу ее на всякие. Вот, пожалуйста. Вот что и требовалось доказать. Вот посмотрите, пожалуйста, что происходит. Сейчас будет замедленный повтор, и вы сами во всем, в принципе, убедитесь. Не нужно каких-то лишних демо-комментариев. Давайте молча посмотрим на это. Ну вот, пожалуйста. То есть я бью, практически доношу удар, но тут же он, то есть в момент вращения ноги, как-то закинул ногу мне в этот промежуток.
Ну и просто меня нокаутировал. Это далее мы смотрим UFC 4, выбор бойцов. Ничего себе, на секундочку, позвольте-ка. UFC 4, да, представляет огромный перечень бойцов нового, так сказать, дивизиона, то есть все новейшие бойцы, включая их новую внешность, то есть внешние параметры, стрижку и прочее, перенесены сюда, то есть внешний облик, там, пожалуйста, Усманы, там, Адесанья, прочие, прочие, то есть тех бойцов, которые вы не найдете в UFC 3, в UFC 4 они все есть. Мало того, кроме вот этих бойцов, которые есть здесь, это еще пока только полусредний вес, я вот листаю. Представьте, какой там огромный выбор. А если листать там тяжи и средние веса, то есть там аналогично огромный выбор. Причем там бойцы есть как легенды, да, вот Витер Белфорд, например. Также есть Джадед Конвер, вот, пожалуйста, Хазмат Чимаев. Ну, это бессменный, так сказать, участник. Вот, пожалуйста, Грейси, да, то есть Ройс Грейси. Вообще легенда просто UFC, ну, точнее, бойцов смешанного, да, стиля. Вот, Мачида, пожалуйста, ну, естественно, он легенда, то есть это бесспорно. Также здесь есть отдельная фишка, это бойцы, которые не являются ММАшниками, они относятся к категории, как бы вам объяснить, короче, боксеры просто из бокса, их можно также каким-то макаром сюда загрузить, и также есть бойцы... Также есть бойцы, которые там из рестлинга, просто говоря, да, вот, проще говоря, звезды, да. Пожалуйста, Джуниор Де Сантос, Тайсон Фьюри из бокса, пожалуйста, вот, боксер, Тайсон Фьюри, вот он. Харрис, пожалуйста, кто там еще, Джошуа из бокса, пожалуйста, вот, что хотите. По-моему, тут даже Брок Леснер есть, да, есть Брок Леснер. То есть полный перечень бойцов, которых, ну, просто... Я не знаю, ну, в них круто будет поиграть. То есть, поверьте мне, можно устроить реальное просто месиво. Алистер Оверим, вообще много кем любим. Дэн Северн, это вообще легенда. Я не знаю, почему легенда его не сделали здесь. А он огроменный какой. Такая шпала просто. Фабрисо Вердум, конечно же. Вот, то есть и бойцы, повторяю все, повторяюсь вновь, внешность, татуировки, стрижка, прочее, то есть полный, так сказать, фейс, стиль, да, то есть имидж, все в точности повторяется. Израиль Адесани. Ну, короче, вот. Все, что я вам показал, я думаю, что он список вас впечатлил. То есть это легкий вес. Ну, сейчас легковесов возьмем и побьемся, пожалуй. Давайте еще раз с Хабибом. Вот, выберем какую-нибудь арену интересную. Давайте что-нибудь на свежем воздухе выберем, такой попроще. А я, по-моему, уже выбрал. Я уже подтвердил, да, я арену уже не выбрал. Ну ладно, фиг с ним. Так, сейчас загрузочка достаточно долгая. Ну, в принципе, так же, как в UFC 3. Я бы не сказал, что дольше. Вот, обращаем сразу внимание на графику. То есть, вспоминаем UFC 3 бой. И вот, пожалуйста, UFC 4. А графика, должен вам сказать, наверное, такая же. Вот, в отдельных местах она, наверное, даже получше. С точки зрения, что камера более подвижная. То есть смотрите, насколько она, то есть, двигается, то есть, бойцом, да, то есть вот смотрите, видите, постоянно движение. Даже если вы нажмете там на кнопочку стоп, постоянно будут смазанные движения. Именно из-за того, что, ну, происходит движ, то есть мы не стоим на месте, постоянно вот бьемся. Вот, комбинации. Офигенно залетают разные комбинации в UFC 4. То есть бойцовская система здесь построена более грамотно. Как видите, вот видите, что происходит. То есть я особо не знаю никаких комбо. Я могу выкидывать, ну, просто офигенные комбинашки. И просто вот, да, есть такие дразнилки, например, вот за которые я сейчас понес наказание. Ну, и справедливо, нефиг. Вот, посмотрите, как он маятник раскачивает, то есть вообще клево. Локоть, вперед, и еще с разворота. То есть, ну, выносливость, конечно, сразу же начинает падать. Ну, и также быстро восстанавливается.
Вот, пожалуйста, уклонился вроде бы, ну, в печень. Вот, апперкотик. И еще апперкотик уже в корпус получил от Хабиба. Вот еще хайкик от Хабиба. Нормально. Ну, в принципе, бой сам по себе очень активный из-за того, что двигается камера, и бойцы очень стали подвижными. Ну, тем более, это все-таки легковесы, да, достаточно интересно все происходит. Вот, уклончик, вот, опять же, уклончик-то и не получился, надо было в другую сторону. Ну, вот, за это я поплатился, ну и он, соответственно, тоже пропустил целую серию ударов из хуков. Вот, сейчас я уже в большой опасности, голова моя находится в очень критическом состоянии, корпус также. То есть, в принципе, я очень сильно так уже поврежден, но вот он, звездный час. Сейчас у него от головы-то уже мало что осталось, останется только его добить. Но я не буду спешить с этим моментом и посмотрю, что тут еще можно из этого арсенала вытащить. Вот, двигается, конечно, здорово. То есть боец, ну не только этот, вообще в целом бойцы, вот именно UFC 4, это стало более динамично. Стал намного, вот-вот и все, вот и все. Вот, также можно выбрать какое-то определенное действие в конце поединка. То есть мы выбрать там, например, вот там поднять руки, еще что-то. Соответственно, вот такой вот удар он получил. Вот, да, замедленные повторы, кстати, стали более крутыми. То есть появились вот сечки, кровь. То есть более так это брутально, короче, они сделали. Ну, я бы на самом деле сделал еще более кровавее, потому что все-таки игра и реальность, они имеют место расхождения очень сильно. Обратим внимание, да, также UFC 3 слева, UFC справа 4, соответственно, да. Выберем сейчас какую, снова легковесную категорию. На этот раз, чтобы вы понимали, будем выбирать непосредственно и там легкий вес, и там легкий вес. Чтобы вы видели сразу и слева, и справа физику ударов и динамику вообще самого поединка. Поединков точнее, да. И у вас было наглядное сравнение. То есть я беру сразу там все ударных бойцов и тех, то чтобы вы понимали, да, чтобы там не борцов каких-то. Так, выбираем также арену. Так, ну давайте на чем-то остановимся. Давайте вот это возьмем. Все, погнали. Оливера с Махачевым будут биться. С Махачевым в UFC 4. Да. Вот, пожалуйста, Оливера. Достаточно интересно, повторяю, эту внешность. Махачева тоже похож, в принципе, да. То есть, думаю, что никаких сомнений нету. А у меня слева в UFC 3 бьется Пэттис. Пэттис с каким-то хером. Вот, смотрите, значит, что происходит. Также повторюсь, да, UFC 3 слева, UFC 4 справа. Ну, я думаю, что и так многим понятно, но тем, кому непонятно, я буду повторяться время от времени. Вот, смотрите, то есть, как камера двигается настолько, то есть, в четвертом график, вот именно и графика, не знаю, мне кажется, чуть почетче. И плюс двигается камера. То есть динамичность. Посмотрите, то есть и удары это как летят. То есть вообще, то есть, ну это достойно, как бы, да, выбора именно этой игры. Повторы тоже интересные, очень эффектные. Вот, уж UFC 3. Да, он, конечно, интересен, но стоит понимать, что это уже все. Она на порядок, говорит, игра устарела. Да, в нее можно рубиться, но она все-таки морально уже устала. Назовем это так. Быстро очень бой заканчивается, уже повторно. Пора и мне, наверное, что-то делать уже с Махачевым. Думаю, что сейчас я что-то с ним сделаю. Вот, либо не сделаю, но, скорее всего, сделаю. Также вот бэкфист, ну, хорошо защищается, на самом деле, видит, что я в голову ему целю. Но, как бы, корпус-то вот он и не закрыл, и не получил жестко в печь. Вот, все.
Да, вблизи, конечно, более похож он даже, чем издали. То есть татуировка, смотрите, как прорисована, да, на повторах. В целом очень-очень красиво они сделали. Очень, ну, прямо очень эргономично. Вот, четко прямо в печень пропускает. Раз, и еще добавочно, еще один. То есть прям комбинацию я им сразу даю в печень. Четко он падает. Вот, дальше заходим, что мы в UFC 3. Также будем перескакивать с игры на игру, включать двойной режим экрана. То есть, чтобы вы сразу все увидели, всю разницу. Потом уже будет, конечно, абсолютный итог. UFC 3 слева, UFC 4 справа. Это режим просто тренировки. Сейчас будем отрабатывать болевой прием. Болевой прием проводится следующим образом. Просто, смотрите, слева это UFC 3, вы уже видели. То есть это уже, ну, как бы определенная степень. Ну, блин, даже я не знаю, как бы вам объяснить. Все это хуйня, на самом деле, UFC 3. Устарело. Посмотрите, UFC 4. Добивание, да? То есть как проводится. Вот они, вот она работа. То есть это дрочь, вот это UFC 3, и вот эта вся возня мышиная. Ну, посмотрите, как он и может и корпус обрабатывать. То есть очень быстро бьет, очень динамично. Да, насчет болевых я забежал вперед немножечко, да. Соответственно, это были пока добивания. Да, по поводу болевых дальше будет. Сейчас момент один. Вот. Что дальше? Вот, пожалуйста, короче. Да, вот сейчас будет болевой. Вот болевой, как я провожу. Вот у меня, собственно, красная линия моя, да, у него синяя. Я покрываю красной линией его синюю. И, соответственно, после этого, если он не вводит эту линию из-под моей, я его, то есть, прям додавливаю. Видите, красная шкала растет. То есть, он может убегать от меня, я, то есть, сдвигаю. Пользуюсь сугубо двумя клавишами, и все. То есть, не надо тут по кругу, вот как слева, да, на экране бегать вот этим джойстиком, этим анонизмом заниматься. То есть, мы делаем сугубо двумя клавишами, нажимаем. Все на скорость реакции, и все. Все очень нативно, все понятно. И все сделано по-людски. UFC 3 болевые — это, блядь, сплошной анонизм. Также сейчас вы увидите, как убегать от болевых приемов мне. Вот у меня красная шкала, как видите, да. Я сейчас буду убегать от синей. То есть, вот, соответственно, видите. Ну, так как это тренировка, он не делает этого, но нужно просто вот этой штучкой красной убегать, чтобы он этой синей полосой, вот этой длинной, да, не покрывал мою красную, то есть шкалу. И все. Это достаточно просто, достаточно понятно. Все это в режиме тренировок узнается и познается очень-очень за короткие сроки. То есть UFC 4 понять довольно-таки просто. Вот, вот, посмотрите, совсем уж сумасшедшие какие-то движения делает мой боец из UFC 4. То есть я показал просто комбинации, пока рассказывал, да, что вы видели, чем вообще это все может обернуться, да. Далее включаем сравнение карьер. Карьеры UFC 3 и UFC 4. Карьера UFC 3, ну, я уже прошел не одну карьеру, и должен вам сказать, что, как бы, опыта, набравшись во всех этих боях, достаточно, чтобы, ну, легко и просто, в принципе, совладать с четвертой версией игры. Вот, потому что база-то, она, как бы, общая, пускай там нюансы в виде болевых, тейкдаунов и прочего немножко отличаются, но смысл-то, как бы, остается прежним. Вот, выбираю своего бойца, созданного вообще отдельного. Зовут его Гоблин. Вот, заходим в предстоящий поединок. У нас тут есть боец, с которым мы уже приняли, да, вызов. Он у нас, как бы, главный там на этом, на повестке дня. Берем 3 недели тренировок. И сейчас будем тренировать, соответственно, всю эту историю.
Тренировка происходит следующим образом, в UFC 3. Она либо качается в зале, либо качается в зале. Вот, то есть вот таким образом просто набиваются очки выносливости, очки ударов. И, соответственно, шкала физической нормы, она вот растет вверх, поднимается. Вот. Либо есть тут еще спарринги. Спарринги, которые, в которыми можно что-то там чему-то научиться. Ну, не все как бы залы поддерживают именно изучение приемов. В этот зал, например, не поддерживает. Тут, то есть тут приемы изучать нельзя. Вот. Я то есть взял самый простой вообще зал. Просто деньги сейчас коплю на этом, как бы на этом режиме карьеры, на этом бойце. Чисто набьем очки вот таким вот образом. Вот, то есть UFC 3 в карьере, она очень-очень, как сказать, скудна, назовем это так, в том плане, что очень мало можно каких-то движений сделать, дополнительных каких-то моментов. Все очень предельно просто, понятно, и подчас немного надоедает как раз вот эта возня с этими очками, куда бы их деть, ты не знаешь, постоянно тыкаешь в эти, блядь, вот рекламные кампании запихиваешь, то есть постоянно что-то делаешь, и постоянно он одно и то же пишет. Когда действия повторяются, он пишет одно и то же. И очень много травм всяких получает он. Не знаю, в связи с чем это связано. Меня, честно говоря, заебывает, когда я тренирую его вроде бы немного, а он все равно там умудряется там, до 4 травм получить. Вот, все, у него этот рекорд 7-0. Соответственно, карьера. Карьера. Да, тут еще вот такая вот херотень выскакивает, типа, ну, какие-то юзеры, пользователи там интернета пишут там что-то, вот ты это вчитываешься, и это повторяется по кругу раз за разом, одни и те же фразы, одни и те же слова. Вот, какой-то Нунес, вот сейчас каким-то Нунесом будем драться. Вот, в принципе, растатуированный у меня гоблин, вот этот мой карьерный чувачок, весь забитый вообще просто, вот, и очень подвижный, то есть я его сделал таким, ну, ударником, но таким кик-ударником, то есть у него руки, ноги хорошо бьют. Так, пытаюсь тут тейкдауном провести, вроде бы получилось, да, все. Сейчас маленечко его тут покручу, выносливость у него повытаскиваю. Ну, тут, видите, довольно-таки просто тоже, как бы подъем, выравниваешь осанку и начинаешь добивать просто. Как бы, в принципе, могу сейчас его добить, но этого делать не буду. У меня уже тут голова загорелась. Попробую снова в стойке маленечко навязать ему свою, так сказать, свой стиль. Ну, подвымотался у меня боец слегка от этих всех раскачек. Вот, еще один хайкик прошел. Совсем он что-то не смотрит вообще за защиты своей, честно скажу. Совершенно. Просто сейчас, мне кажется, он упадет. Встречный поймал. Еще один встречный. Лоу, хук, прямой, еще хук. И стоит все самое главное. Хайкик, ну, наконец-то упал. Ну, думаю, еще немножечко, еще чуть-чуть. И каким-то... А, нет, хотел ему ногой зарядить. О, получилось в затылок просто, представляете? Сейчас ему корпус маленько обработаем, чтобы жизнь ему не казалась медом. О, он мне тоже отвечает, короче. Отвечает, короче, в корпус. Я ему еще корпус пробил. Снова... Ой, он мне отвечает. Смотрите, как он ногами начал бить-то, посмотрите. Смотрите, что делает он. Тут можно, кстати, ногу, по-моему, перехватывать, но не прокачан, по-моему, этот у меня скилл. Все ему... Ах, бэкфист не долетел. Жаль. Ну, вот ему супер панч. Залетел прям в самое, так сказать, нужное место.
Но думаю, что все, тут надо добивать просто его, меня заебал. Не будем ему шансов давать на второй раунд, хватит. В принципе, вот непростой бой, но не сказать, что сильно сложный. В партер он особо не лез у меня, вот этот чувачок, пока его сам туда не затащил. Бился чисто в стойке, ну и в стойке видите, насколько он силен оказался. Тем не менее, поднимался сколько раз, но все-таки я его заколошматил. Так, ну что, повтор. Замечательно, все. Ну, повторы здесь тоже неплохие, но опять же, повторюсь, нету как будто бы крови, то есть какие-то гематомки там, ссадины, что-то есть, но вот явных каких-то повреждений, которые бы вот были реалистичными, вот этого не хватает. То есть он как будто свежий, как будто ударов вообще лицом не принимал. Вот посмотрите, он как будто из Турции приехал, то есть, блядь, абсолютное просто у него лицо. Охуевшего просто мажора, который загорал, блядь, вот два дня назад. Все, замечательно. Также здесь идет продвижение по карьере. Вот какие-то бонусы получили, штрафы небольшие получили, но в целом выиграли бабок. Переходим в UFC 4, в карьеру. Сейчас мы увидим разницу, да, карьера. Также нажимаем стандартно, как в UFC 4, вызов на поединок. А, нет, сначала характеристики. Смотрите, у меня есть очки, которые можно тратить. Фиолетовые вот эти монетки, они тратятся на улучшение ударов, улучшение приемов, перков и прочего. Вот, можно даже комбо улучшать здесь. То есть можно вообще, в принципе, много чего сделать здесь. Вот, пожалуйста. Приемчики разные, комбо, боксерские, то есть очень достаточно все просто и понятно. Вот это перки, которые здесь есть. Перки, кстати, отличаются от UFC 3 значительно, и качать их, в принципе, интересно. Так, вызов на поединок выбрали. А у нас кто тут? Петр Виноградов. Петя Виноградов, значит... Соответственно, российский боец. Здорово. В принципе, боец неплохой. Он как ударник тоже хороший. Вот. Единственное, что, мне кажется, у него просто тупо здоровья не хватит. Назовем это так. Так, ладно, все, прекращаем на него любоваться, выбираем 3 недели, это поединок, появились часики, завершено. Видите, все так красочно, сочно, красиво, разноцветно, то есть очень так она интересно сделана, игрушка сама по себе. Я бы даже сказал, она частично полумультяшной какой-то стала, я даже не знаю, как назвать. Отвечать, кстати, тут можно в соцсетях. Нажав там на правый джойстик. Так, сейчас зашли опять зачем-то сюда. Наверное, случайно. Вот. Нажав на правый джойстик, можно нажимать, отвечать бойцам. Можете представить? То есть можно тут отвечать на их провокации каким-то образом, да. И тем самым улучшать или ухудшать отношения с бойцами. Вот, пожалуйста, спарринг. То есть тут тренировка идет конкретно спаррингами. То есть выбираем сразу. Я вообще делаю все разносторонним. То есть ударка. Ну, сначала это просто как бы грэплинг там, да? Борьба. И, соответственно, все вот. Можно задушить, в принципе, при желании. Вот, все. Вот, следующее, что у нас тут, вот это у нас, кстати, смотрите, очки. Тут, что самое интересное, вы получаете очки развития за все эти прибамбасы, все эти причуды. И от этого можно улучшать ударку и прочее. То есть, в
тут вообще все зависит чисто от вас. Тут на халяву ничего уже не будет, никаких очков. Тут либо он вырастет лохом ебаным, которого будут просто распинывать, либо он будет действительно нормальным бойцом. Все зависит чисто от вас. Следующий спарринг. Давайте возьмем, короче, бокс, да, бокс. Все-таки нам надо эти очки потратить, вот эти 40 на что-то, да, потратим их, короче, на это. Выполните любой удар против боксера. То есть вот, пожалуйста, комбинации. Добивать, кстати, можно здесь же. То есть почему нет? Вот. Но именно в стойке нужно все отрабатывать. Все, пожалуйста. Все. Дальше идет, после того, как вы выполнили основную задачу, а просто открытый спарринг по боксу, можно покуражиться и вырубить своего оппонента, окончательно поставив его в горизонтальное, блядь, положение. Боец у меня полностью татуирован, короче, прям весь такой бандос. Татуировки на лице, на шее, короче, прям вообще полностью, как Моргенштерн, блядь, весь забитый, нахуй, вдоль и поперек. Вот, значит, что тут еще есть? Ажиотаж, да, ажиотаж — это как раз рекламная кампания, как в UFC 3, короче, рекламные акции, у меня еще пока сильно так все не развито, но основное, вот, я думаю, что тут все понятно. Спонсорство, связи, то есть это все в дальнейшем также откроется, и можно будет очки тратить уже, ну, уже конкретно, да. Переждали травму, замечательно, опять же, на это слили свои очки, которые можно было потратить на тренировку. Ну, здорово, короче. Спарринг, испытания. Все, закрытый гард, короче. Все, просто я прижмусь к нему. И, соответственно, все. Спарринг на этом закончу. Тут достаточно они простые. Зарабатывать очки достижений и тратить их потом, вкладывая во что-нибудь очень полезное там, да. Далее, что у нас? Перейдем к следующей неделе. Вот, сборы меня уже заебали. Наконец-то мы перейдем непосредственно к бою. Думаю, что вы сами уже устали в ожидании этого жесткого, лютого рубилова. Я не знаю, сколько продлится бой. Может быть, 5 секунд, может быть, 10 минут. Никто этого не знает. Вот, не надо быстро перемотки никакой быстрой, пожалуйста. Давайте дождитесь, и вы все увидите сами. То есть, я еще раз вам повторяю, как вы вырастите бойца в UFC 4, так, соответственно, он и будет биться. И все его сильные и слабые стороны нужно, конечно, использовать по назначению. Все, мы уже в октагоне, все легко подсвечено, все достаточно интересно. Все, джебчик, хук и хайкик. Все. Это было, ну, я не знаю, интересно вам или нет, но я надеюсь, да. Сзади видели, какая татуировка у него, Kill Cops, короче, на спине у моего чувачка. Вот, какие сечки, то есть вот кровь полетела. Ну, видно, что больно ему, просто... Очень больно и досадно от того, что он упал на первых 5 секундах поединка. В принципе, вот такие бои в карьере. Кстати, единственный минус вот этого всего, очки, видишь, развития, они не выдаются за такие быстрые нокауты, хотя мы получаем немало опыта. Видите как, то есть продвижение опыта, то есть постепенно шкала растет, там летят за это бонусы, плюшки всякие разные. Ну и наконец-то UFC 3 бой Хабиба и Конора. Это последний бонусный бой, который хотел вам показать после первой неудачи. То есть мы как бы этим боем открывали и теперь закрываем, соответственно, наш обзор. Вот, вот я постепенно осторожничаю, как бы, да, постепенно приближаюсь, но осторожничаю. И
как бы выбрасываю джебчики, такие быстрые, да, там, стараюсь опередить его, какие-то удары ногами, и чтобы ему было максимально неприятно и некомфортно в этом бою. Вот, то есть закидушки такие неплохие. Вот видите, как он, то есть, как он реагирует. А между тем, выносливость у меня вообще подупала конкретно, и она очень сильно просела, как бы, потому что он прессингует, она мне как будто не тратится, а у меня почему-то ее уходит очень-очень-очень много. Вот, с разворота, то есть бью сейчас там с вертушки, с разворота ногой. Огромный урон принимает Хабиб на свою голову. Вот, первое падение, по-моему, да. Все, как бы это, поднялся. Тяжеловато дышит. Как-то он рот открывает, смотрите, Хабиб, видите как? То есть, как бы он, вот, то ли он дышал тяжело, то ли что. Странная мимика, как бы, он как будто что-то приговаривает. То есть, смотрите, мой рот, то ли открывается постоянно, или что. Честно вам скажу, мимика лица, когда он получает в лицо, как-то странное. Как... Вот видите, сейчас он рот открывает, ну, Хабиб. Вот обращали внимание, вообще странно. У Конора закрытый постоянно рот, а у этого почему-то он открывается. Ну, наверное, из-за того, что получает урон. Вот, опять упал. Соответственно, почему-то опять упал. Непонятно почему, но сейчас, наверное, опять упадет. Опять упал. Ой, так хотел красиво все это завершить. Наверное, придется еще разочек и еще. Да что ж ты, ничего никак не упадешь-то. Слушайте, ну это какое-то просто конкретное. Я же не знаю, это монстр какой-то. Почему мне хочется уснуть-то? Это жесть какая-то. И вот напряжение бьет. Я вертушку кручу, и он напряжение как-то успевает. Пошел в контратаку, пошел меня бить, короче. Опа, я поймал навстречу. И все. Просто как дерево срубил. И наконец-то. Все-таки мы это сделали. Да-да-да, фирменное его движение. Вот эта счетная денежная машинка. Чемпионский пояс. Все его коронные движения в UFC 3. Ну, она устарела, игра, честно вам скажу, честно. Потому что вот эта физика, ну, это сумасшедшая. Ну, сколько раз он упал, ребят, ну, это нереально. Ну, сколько, 8, 7, я даже не считал. Ну, и куда, нахуй? Ну, просто скажите мне. Это легкий режим игры. Почему он, блядь, не может упасть просто, и все? То есть это издевательство, во-первых, какой-то садизм некий, я не понимаю даже еще, как еще назвать. Вот, выводы мои, наверное, да, нужно будет сделать. Что могу сказать об игре UFC 3? Ей пора сказать прощай. Я, ребят, думаю, что все сами увидели, то, что UFC 4 по своему классу, по разнообразным всяким движениям, моментам, настройкам игры и прочим, ее нужно ставить в приоритет. Вот, и это как бы мое личное слово, мое личное видение. Вот, потому что выбор бойцов, выбор мест проведения боев, как выбор режимов модификации крайне огромен и крайне нам приятен для дальнейшего изучения. Поэтому играйте в UFC 4. Думаю, что выбор очевиден, выбор сделан. Пока, ребят. Итак, всем пока.